И снова здравствуйте, с вами Дэв. Ну а сегодня мы продолжим знакомиться с комиксом «Мстители против Людей Икс». В прошлом выпуске мы узнали, что пожирающая мир силы Феникса направляется на Землю. Мстители попытались забрать Хоуп Саммерс под свою защиту предполагаемого носителя силы Феникса. Люди Икс встали против них. Хоуп сбежала от обоих команд, развязав сражение Людей Икс с Мстителями по всему миру. Хоуп нашла Росомаху, заставив последнего пообещать убить ее, если она не сможет контролировать силу Феникса. Вместе они направились на синюю сторону Луны, странную местность с кислородосодержащей атмосферой и древними руинами. Там Росомаха предал Хоуп и призвал Мстителей. Несмотря на то, что вскоре туда прибыли Люди Икс, все глаза были устремлены на падение с небес Тора и прибытие самого Феникса. Ну что ж, начнем. Раунд пятый. Томас Ферреби, полковник Томас Ферреби. Полковник Томас Ферреби был тем самым человеком, который нажал кнопку, тем самым сбросив атомную бомбу на живых людей впервые в истории. 150 тысяч людей, а может и больше, умерли либо в белой горячей огненной вспышке, либо в молчании, которое наступило после. Но никто никогда не говорил: полковник Томас Ферреби убил 150 тысяч людей. Все винят бомбу, а не сбросившего ее бомбардира. И все же, без одного не было бы и другого. Итак, выходит, я бомба? Или же я бомбардир? Если бы об этом можно было спросить и умерших, было бы им вообще важно. Меня зовут Хоуп Саммерс, и все это моя вина. Прошу, хватит! Я сказала, хватит! Логан, я ошиблась. Я думала, что смогу, но я не могу. Не могу, это слишком для меня. Логан, слишком. Ты должен убить меня. Ты сможешь это сделать для меня, Логан. Ты обещал. Хоуп, я постараюсь. Нет! Похоже, там сейчас очень жарко. Тогда мы должны поторопиться, Пим. Чем ближе эта птица, чем жарче там становится. С диагностикой закончил, Хэнк? Ты готов, Тони. Или, по крайней мере, готов настолько, насколько это возможно, чтобы управлять чем бы это ни было без предварительных тестов. Тесты для сосунков. Мы с тобой ученые люди, Пим. И пора нам действовать подобающе. Мы первопроходцы, мы пилоты, верно? Камикадзе тоже были ими, Старк. В какой-то момент они перестают относиться ко мне как к мячу, который все пытаются поймать. И просто начинают убивать друг друга. Слишком много лет они провели в боли, страхе и страдании. Слишком много смертей. Был план, но теперь есть лишь хаос. Я облажалась. И теперь, где была надежда, есть лишь ненависть. Теперь уже слишком поздно. Со звезд спускается очищающий огонь. И теперь слишком поздно для нас всех. Давай, Старк. Запуск. Ну, была не была. Ну, была не была. Циклоп. Скотт. У нас нет времени, ты должен это прекратить. Отойди от девчонки. Скотт, мы должны увести ее отсюда. Пора стать лидером, сынок. Не поддавайся этому безумию. Безумие. Я пытаюсь спасти свою расу, а вы пытаетесь избавиться от нас всех. Никто из вас этого не понимает. Никто из вас не знает эту девочку так, как я. Все это должно было произойти. Хоуп и Феникс должны объединиться. И вы не сможете помешать этому. О, черт! Уж лучше получилось. Феникс в пределе досягаемости. Запускаю дисраптор. Всю свою жизнь я ждала этого момента. Бежала от него. Бежала к нему. Боялась его. Жаждала его. Каждую секунду, каждый час, каждый день. Но когда наконец он прибыл,
Я просто не захотел его. И, как оказалось, он тоже меня не захотел. Мстители, сводка. Мы живы? Кто живой? Росомаха. Росомаха? Мы? Ты? Девчонка. Кэп, я не вижу, где она? Кэп? Это Стар. Я сейчас Феникса убил. Потому что это было удивительно и... Тони, секунду. Дар Феникса предназначался ей, а не нам. Вы, люди, что-то сделали с ним. И теперь она... Мы, Феникс. Мы отведем ее домой. Ей нужна помощь. Мы излечим ее и подготовим. Мы займем ее место, пока она не будет готова к тому, что случится дальше. Этот мир еще можно спасти и излечить. У нас впереди много работы. Пора будущему эволюционировать в то, что вы никогда не смогли даже представить. Вы говорите как лунатики, и юная леди сделала свой выбор. Она остается с нами. Страшными голосами пиротехника это не изменить. Ха! Капитан Америка! Теперь мы лучше тебя, лучше людей, лучше мутантов. Наша миссия больше, чем ты можешь вообразить. Вы не сможете нас остановить, как не сможете остановить будущее. У вас нет ни шанса. Сейчас мне кажется забавным, что я не могла решить, бомба я в этой войне или бомбардир. Все это время я не отличалась ничем от других. Меня зовут Хоуп Саммерс, и я ничем от вас не отличалась. Я была лишь одной жертвой того, что Феникс нам уготовил. На этом буду заканчивать пятую часть видеокомикса «Мстители против Людей Икс». Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. В ближайшее время, обещаю, будет продолжение. Также хочу напомнить, что я приветствую любую конструктивную критику. Связаться со мной очень просто. Это можно сделать либо через комментарий к этому ролику на YouTube, либо через мою группу ВКонтакте. Ссылки в описании к этому видео. Ну и на этом, думаю, можно заканчивать. Благодарю вас за просмотр. Умейте радоваться мелочам и не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго!